Последнюю часть «Форсажа» нам подарили чемпионы мира по автозвуку. В их автомобилях встроено 24 динамика и 4 сабвуфера. По словам чемпионов, звук разрывает машины изнутри и наши перепонки. Сегодня на гостеприимной площади торгового центра «Happy Mall» царит бесконечный драйв. Заряд эмоций на весь день, килограммы тюнинга и децибелы звука. На старт, внимание, поехали! Дмитрий, расскажите нам, пожалуйста, сколько денег вы вложили в звук своего автомобиля? Ну, это очень трудно почитать, но мы так уже посчитали примерно около 600-700 тысяч без работы. В каких соревнованиях вы участвуете? Ну, мы объездили самые ближайшие соревнования. Это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Саратов неоднократно. Вот, и в принципе все. Мы пока ее только собрали, поэтому еще много не объездили городов. Добрый вечер, уважаемые жители Пятигорска! Всем привет! Меня зовут Рануша Ваян. Сегодня я специальный корреспондент от компании Radio Energy. Давайте начнем! Кто станет президентом России, рассказал Владимир Путин. По мнению экспертов, следующий год будет не слишком простым. Курс рубля и поступил ли наконец закон о запрете рекламы, который так нас всех раздражает. Когда ты сидишь дома, смотришь свою любимую передачу, и вдруг, хоп, все обрывается рекламой. Все это мы обсудим. Пока еще после рекламы. Не переключайтесь.